Автопортрет – одно из редких произведений Веронезе, автора больших алтарных картин и монументальных росписей, художник, которого обвиняли в излишней праздничной трактовке религиозных сюжетов, создал отличную от многофигурных композиций работу. Мягкий, сдержанный колорит, ясная композиция, нейтральный, темный фон и строгий костюм помогают сосредоточить внимание зрителя на лице персонажа. Произведение проникнуто лирическим настроением, характерным для портретной живописи венецианской школы XVI века. Автопортрет Паоло Веронезе. Итальянский живописец, один из крупнейших представителей позднего итальянского возрождения. Семья Паоло Веронезе происходила из Ломбардии, но перебралась в Верону, где дед и отец будущего художника, каменотесы, работали на строительстве городских стен. Паоло был отдан в обучение к архитектору Микеле Сан-Микеле, у которого получил навыки обработки камня, в рисовании, но архитектором он не стал. Вскоре Паоло перешел к живописцу Антонио Бадиле, мастерской которого получил прозвище Веронезе – Веронец. Под руководством Бадиле начинающий художник делал рисунки из гравюр Рафаэля, Дюрера, а в конце 1540-х, как сообщают биографы, начал работать самостоятельно. Призванием Паоло Веронезе стала монументальная живопись, позволявшая ему проявить фантазию, мастерство композиционных замыслов, великолепный дар колориста. Паоло Веронезе начал, согласно сохранившимся сведениям, с росписей загородных вилл патрициев в области Венето и фасадов домов. Веронезе оставил после себя несколько автопортретов. Самый известный из них этот, написанный уже в зрелом возрасте. Данная работа значительно отличается от его обычных творений. Любитель ярких цветов, полифонии оттенков, для своего портрета он выбрал мрачные тона. Фон, на котором он себя изобразил, настолько темный, что даже черный сюртук, в который облачен живописец, не сразу различим глазом зрителя. И только лицо, освещенное каким-то внутренним свечением, ярко выделяется среди всего темного, мрачноватого антуража. Строгий, собранный, внимательный лик с умными глазами, чуть подернутыми печалью или некой задумчивостью, озарен светом удивительного таланта и редкого дарования. Сегодня эта картина воспринимается именно так –